Всем привет, с вами Чест. И в предыдущих видео мы посмотрели сборку АК-12, посмотрели, как она ведет себя в бою. Вот. А сейчас пойдем посмотрим, какая сборочка может получиться из МЦХ. Вот. Так, начнем. Затвор один. Не можем его поменять. Магазины все от АР-ки, ну то бишь от М-ки. Цевьё можно такое. Вертикальная, горизонтальная отдача 2-3. И вертикальная и горизонтальная на другой, на тактическом цевье 4-6. Так, на первую нужно ставить планки, на вторую планки уже все есть. Соответственно, ценник в 2000 разница. Так, ставим переднюю рукояточку на эргономику. Так, 693, 7114, 5114, 1, так. Ну, ставим на эргономику. 7114. Так, лазерный прицел нам будет убивать эргономику. Ручка стандартная и одна. Приклада 2. 1 вертикальная, горизонтальная 3.6. 10-16. Ух ты! Уже найс. Так, дуло. Так, эргономику и точность порежет. Но зато вертикалку, горизонталку поддержит. Так, дуло, глушитель у нас 2-3 и режет эргономику, но его нет на рынке, поэтому не будем ставить. Рукоять затвора одна не меняется. Так, прицел ставим, прицел на нее, скорее всего, коллиматор поставим, так как он показал себя довольно неплохо. Так, мушки поубираем, ну и украшения повесим. На этом вся его сборка подошла к концу. Поэтому, ну, можно, конечно, на вертикальную отдачу его там, на горизонтальную, но он и так вроде бы как контролится нормально. Поэтому подтверждаем. Так, чего у нас там? Собрать с нуля, допустим, посмотрим, что у нас. У нас ничего нет на рынке. Вот, поэтому собираем из того, что есть. Берем, ну, они все стандартные, которые нам выдали для тестов. Вот, поэтому мы, цевьё тоже нет, и приклада нет на рынке. Ну, и как его тогда тестировать? Тестировать. Ну, давайте так. Пересчитать. Нет, у нас приклада и цевья нет, да, поэтому цевье ставим стандартное и приклад ставим стандартный. Вот. И чего у нас тут получается? Дульное пламя. Так, дульное пламя ставим на него ручку. Ручку, значит, придется нам доплачивать. Ну и будем тогда ставить прицел. Устойчивость от бедра нам в принципе не нужна, поэтому не будем ничего ставить. Так, глушитель. Ну, глушителя нету. Дульное пламя. Да, все. Вот такая вот сборочка на данный момент может получиться. Так, ну, собираем. Собираем. Это обошлось 99 тысяч, потому что дорого ручки. Так, сохранить. И меняем АК-12 на МЦХ. Так, берем магазины. Возьмем, давайте, на 60 патронов.
Так, возьмем золотых 200 патронов, купим и заменим их на БПшки, которые у нас были. Вот. Так. Скидываем. Скидываем, скидываем. Все в сейф. И выдвигаемся на стрельбище. Так. Заменим магазин. Все, выдвигаемся на стрельбище. Обучение. Вход. Посмотрим, как оно ведет себя в зажиме одиночными и все такое прочее. Постреляем, короче, вдаль, вблизь. Так, вот так она выглядит. Поэтому давайте в упорчик. Первый выстрел увело, ну, первых там пару выстрелов увело сразу влево. Почему? Как-то ж странно было. Так, почему магазин не там, где надо? Проверим еще раз. Завозьмем телефон поудобней. Ну да, тяжеловато. Приходится сильно прям вести вниз. Вот, вдаль. Ну, водит помаленьку его. В основном ведет в правую сторону и вверх. Почему-то не там, где надо. Вот. Поэтому. Так, 25 метров. Ну, мы брали, делали его на. Это, скорее всего, от гироскопа зависит, почему так первые выстрелы уводит. Вот. А каково? Мы сделали его на эргономику, чтобы быстро входил в прицел. Поэтому входим в прицел и уже стреляем. Куда мы стреляем? Можно в принципе начать стрелять от бедра, а потом войти в прицел. Так, ну и как обычно наш тест 60 патронов без удержания. Просто целимся в серединку и заменяем. Первые несколько выстрелов вообще были в точку. Там патронов 5, может. А последующие были уже именно погнали вверх. Так, целимся, а теперь контроль. Ну, пришлось, конечно, немножко подконтролировать. Ну, все же. Поэтому идем смотреть следующее видео, в котором я уже пойду с ним играть. Спасибо, до новых встреч. Итак, в первой части видео мы собрали автомат МЦХ, протестили его на стрельбище. А сейчас идем в каточку. Идем в каточку на шахты. Вот. И посмотрим, как он себя ведет. Так, нашло нам еще двух напарников. Один с М-кой какой-то супер-пупер длинный. А второй с СКС-иной. Причем какой-то стоковый, даже непонятно, что это за СКС-ина такая.
Не видно из-за тени. А, это мосинг. Стандартная мосинка с бота. Вот. Причем прицел стандартный. А у этого прям М-ка. Прям зачетная какая-то с длинным стволом. Так, друг с мосинкой у нас вообще бомжом. Мы в пятом бронике. Так, а я шлем забыл починить. Че ты мне светишь? Так, поеду с этим. Ну, ладно, поеду с тобой, буду тебя прикрывать. Едем на босса, давайте, ребята, поедем или не поедем? Главное, чтоб ты нас не убил. Ну куда вы крутитесь? Припадочные. Ну да, давай, убей нас. А едет он тоже ж разворачивался. Куда ты едешь, припадочный? Едем быстрее. Да, прошу тебя, только не убей нас. Можешь выехать на дорогу? Да, водитель от Бога. Так, у нас сверху есть машина. Где-то здесь тоже едет, скорее всего, на шахту или уже там. Ну давай, или тормози, или я не знаю, что это делает. Тормози! Так, это что было? Что меня тут пешит? Так, пойду, обойду справа. Потому что они, скорее всего, тоже будут справа обходить. Так, машину вижу, людей не вижу. Кто там, наш сигналит, дурак? Так, эти сели в тачку, едут. Шестьдесят патронов, походу, не повредили даже ее. Так, докинем патры. Потому что сейчас точно будет война. И куда ты побежал? Ты кого-то убил? Или я кого-то убил? Не понял. Давай. Мосинки уничтожу. Ну ладно. Машина. Замечен враг.
повыше брать. Стой! Есть, голову убил. Враг уничтожен. АК-12 это... Забираем машину. Так, все с него забираем. Закидываем себе патрол. Опа. Шо? А, идешь ты лесом. Ничего не знаю. А, или он спрашивал, типа, можно его уже лутать. Так, у нас еще где-то стрельба. Так, закинем патры сюда. Идем на, за боссом. Так, АК-12 это хорошо, но нам нужно тестить МЦХ. Запрыгивай. Так, входим через шахту. Через подвал, точнее. Не, на ботов будем тратить. На ботов будем тратить меньше патронов. Лучше вообще на них патроны не тратить. У МЦХ патрон падает на 50 метрах плюс-минус. Почему я в тачку вдаль стрелял, а они не долетали? Тише, тише. Ой-ой-ой. Не коцайте меня. Да, патроны прям падают. Патроны падают. И причем нормально так падают. На дальняк прям тяжело. Сейчас зарядим патроны, пойдем убивать босса. Попробуем, по крайней мере. Так. Нам нужно 60 патронов зарядить. Заряжаем, сколько есть, потому что у нас тут кто-то бегает. Ладно. Ой-ой-ой, зачем я разложил? Чуть сложил, точнее, приклад. Давай берем, сколько есть. Мы же тестим МЦХ, поэтому будем пытаться убивать с него. Так, у нас осталось 6 патронов. Закинем их сюда. Здесь бот, поэтому потратим на него 6 патронов.
95 метров. Я прям знаю, где этот босс. Ой-ой-ой. Поперезарядимся. Тише, тише. Идем на босса. Так, свитой босс внизу. Кажется. Так, прям 60 патронов хватило по ногам. Ой-ой-ой, ладно, добьем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, там сколько вас? Вас там много. У меня патры просто кончились, ребята, простите. Так, ну Перера умер. Перера я убил. ЧВКшников здесь нет. А кто тут еще? Еще МакДугал здесь. Воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Дверь, 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 дверь. Нет-нет-нет, пожалуйста, живи-живи-живи-живи. Живи-живи. Живи-живи. Мне кажется, здесь МакДугал. Поэтому мне так и насыпают. У меня аж телефон лагать начал. Так, нашего нокнули. Так, кажется, МакДугал тоже умер. Так, нашего мы не будем спасать. Прости, чувак. Но надо забирать ключ от шахты, потому что у нас патров сейчас не хватит. Ой, мой помер. Ну прости, брат. Так, ко мне идут, надо быстрее. Так, надо в комнатку какую-то прятаться. Так, тут у нас что за комната? Ага, я понял, где это и что это. Так. Так, так, так. Так, надо прочекать вот этого еще типочка. Почему? Ага, МакДугала все-таки не было. Так, сейчас ко мне придут по лестнице, кажется. И там все-таки кто-то еще топчется. Так, ну этих надо попроверять, потому что... Может есть что-то интересное. Нет, ничего интересного. Чекаем быстренько, потом будем разбираться. Ну сейчас Парера был в пятом шлеме, в четвертом бронике. Опа, это уже печальненько.
Это уже, кажется, типочки. А у меня нечем протестировать их. Разве что только РПК. РПК. Давай БПшки скинем. Да, это челики. Надо подлечиться, пока есть возможность. Так, а что за упорера? Ага. ППшки, да ты что, прикололся? Так, это кто? Вот реально, кто это может быть? Кстати, все же нет. Разрядить. Берем. Меньше половины. Давай. Кто ты, чудовище? Давай бахнем. Он меня не слышит? Реально? Ты что, дурак? Бегаешь тут, блядь, и не слышит, что я кряхтел тут пол этого катки. Кстати, лицо Парера позырить. Нормально, пойдет. Ну, АК-12 на зажиме на ближний. Вот в такой сборочке. Вот такая вот сборочка. Сейчас. Давайте посмотрим. Вот в такой вот сборочке. Вот такие вот характеристики. В принципе, неплохо себя только что показала. Так, у этого что тут? 65. Так, в голову я его точно не бил. Фал. Ёшкин дрын. А что за рюкзак у тебя? Больше, чем мой, по-любому. МП-5 открыть. Ну что нам нужна? Твоя МП-5. Это разрядить. Нам хотя бы какие-то патроны нужны. Так. Подожди, открыть. Это выкинуть. Открыть. Калаш, это выкинуть. Так, берем фал, заряжаем. Берем, что мы тут разрядить. Так, глок берем. Используем. Так, бронеразгруз 6, я его распотрошил. Так, патроны, БПшки закидываем.
точнее скидываем магазы. Так, фал сюда. Что нам надо? 60 сюда, 40 сюда. Использовать не надо, да? Так, что мы тут вот эту используем? Так, 24 минуты. Нормально, еще времени успеваем. Что здесь? Перезаряжайся быстрее. Так, их двое. Ну, тут я, кажется, и умер. Так, не дам я тебе жить. Нет патронов, прикинь. Бегай, бегай. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну вот такая вот получилась потная катка. Были бы патроны, я бы точно его убил бы. Ну, точнее, попытался бы, точнее, в голову стрелять. Хотя надо было в голову и стрелять. Вот. Поэтому... МЦХ мы проверили АК-12, поэтому вроде у нас все получилось. Подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч.